Чувак с тюрьмы откинулся, зашел в кафе, сел. Подходит к нему официантка, он: «Ох, мне б чайку!» Она: «Какой вы хотите? У нас 20 сортов!» Он так думает: «Блин, да хрен его знает! Ох, с 90-х сидел, какой там чай?» И говорит ей: «Да на твой вкус, красавица!» Идет она, значит, на кухню к повару и говорит: «Да там зэк пришел, руки синие, все в наколках, не знаю, что делать, чай попросил на мой вкус, прям боюсь, что прибьет, что вдруг не такой». А повар говорит: «Да ты не переживай, сейчас сделаем». Навел он чаю чефирчику и говорит: «Ну все, бери, неси ему». Берет она на поднос, ставит, несет зэку, тот выпивает чай, вытирает так и говорит: «Да, девчулька, жизнь-то тебя потрепала». Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.